Всем привет! В этом видео я покажу, что делать, если у вас выдается ошибка обновления. Для этого мы зажимаем кнопки WinR, пишем здесь Service MSK, в описании будет ОК. И сейчас у нас вылезет окошко служб, которые мы должны включить. Потому что обновления не происходят, ошибка выдается из-за того, что не включены системные службы, которые отвечают за обновление системы. И вот, допустим, видим, что отключена какая-то служба. Просто все их включаем в автоматическую. Тыкаем свойства. Автоматический ОК. Так делаем с каждой службой, где видим, что у нас отключено. Остальные службы не трогаем. Свойства. Автоматически ОК. После этого перезагружаем компьютер, и у вас все будет работать. Это 100% рабочий способ. Я сам долго искал, как это исправить, и сам нашел. Все, всем спасибо, подписывайтесь на канал.